У Гомелі праходзіць міжнародны турнір сярод мужчын па боксе, прысвечаны Дню перамогі. У абласны цэнтр на гэтым тыдні прыехалі каманды з 8 краін. Гэтыя спаборніцтвы стануць тэставымі перад галоўным мультыспартыўным форумам другімі еўрапейскімі гульнямі. Падрабязнасці ў сюжэце Веранікі Гамзюковай. Гомельский центр Олимпийского резерву одиноборства на своей пляцовце принимает боксеров из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Молдовы и Туркменистана. Гомельская область так само выставила мощную команду. Тем более, что для наших спортсменов это добрая возможность проверить свои силы перед головным континентальным форумом, другими европейскими гульнями. Ребята показывают себя. Во-первых, это тестовый турнир перед вторыми европейскими играми, где участвуют члены национальной команды и те, кто завоевал лицензии для участия в европейских играх, в том числе и наши гомельские боксеры. Поэтому с учетом того, что здесь к нам поехали представители 7 республик стран бывших наших, вот, поэтому ребятам ездят повести хорошие бои и подготовиться к европейским играм. Сегодня проходят полуфиналы. На ринге зустренутся 16 спортсменов, из которых 7 гомельчан. Владислав Андросов, Александр Мельниченко, Михаил Мельников, Змитер Доронин, Вадим Панков и Виктор Чварков. Нагадаю, что двое опошних завоевали путевки на другие европейские гульни. Выступить на этом турнире действительно нужно, поскольку я все-таки уже там боксирую по профессионалам, а любительский бокс несколько другую формулу имеет. И нужно адаптироваться. Готовимся и постараемся выложиться на все 100%, а может и на 120%, чтобы завоевать медали. И нужно достойно представить свою страну, показать свой характер, свои навыки. Ничего, скажем так, сверхъестественного. Просто идем к своей цели. Гэты турнір уваходзіць у календар Европейской конфедерации бокса. На ім присутничает супервайзер из России для оценки якости проведения турниру. Сергей Берник, призер першинства СССР сярод молодзи, судья международной категории АИБА и член судейской комиссии Сусветной ассоциации аматорского бокса. Дарэчы, супервайзер турниру особенно отзначил майстерство нашего спортсмена Виктора Чваркова. Сейчас европейские игры покажут, что на что они способны и что они показывают. А в принципе, бои интересные, захватывающие. Я считаю, что белорусский бокс всегда был на высоте, и он продолжает таким быть. А так у вас есть боксер из Гомеля 75 килограмм. Я думаю, он попал на европейские игры. Я думаю, у него есть все шансы показывать хороший результат. Финалы спаборництва пройдут 4 мая. Початок у 11:00. Вероника Гамзюкова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».